Привет! Ну что, добавим-ка мы с вами еще одну проходящую ноту к нашей минорной пентатонике. Традиционно играем ля минорную пентатонику, а потом будем играть с каждого лада подряд, насколько нам позволит наш инструмент с вами и наша с вами фантазия, особенно желание. Итак, в предыдущем уроке я говорил про низкую пятую ступень. И звучала наша пентатоника и выглядела вот таким образом. Это вот эта ноточка была у нас. Добавляем низкую, ну можно сказать высокую седьмую. Или низкую восьмую. То есть это без разницы. Неважно. То есть мы вот этот вот такой паттерник из трех пальцев. Комбинация из трех пальцев. Повторяем на первой струне. Звучит и выглядит это таким образом. Медленно. Все очень просто, предельно просто. А и не надо сложно. Чем проще, тем понятнее будет тем, кто вас слушает. Итак, на четырех струнах это будет выглядеть вот таким образом. С каждого лада. Вбивайте это в пальцы так, чтобы это у вас было автоматически. Автоматически. Назад, когда играете, то же самое, подряд, в обратной последовательности. Ну и дабл штрихом, конечно, не забываем. Занимайтесь, разнообразьте свои упражнения, играйте как-нибудь. И, естественно, систематизируйте свои занятия таким образом, чтобы у вас, вы разгоняли, не забывайте про метроном, то есть вы поставили эти пальцы. Начинайте играть медленно. Потом постепенно разгоняетесь, набирайте темп. Видите, что вы начинали играть, скажем, при 60 ударах в минуту, а с каждым днем вы увеличиваете скорость, и к следующему нашему уроку вы уже играете 120 ударов в минуту. Ну, поэтому вы будете видеть реально ваш прогресс, как вы занимаетесь. Пока, до следующего урока. Занимайтесь.